Ну что, соскучились по новым видео? Надеюсь, что да. Давненько не выкладывал свеженького. Давайте вспомним, на чем мы остановились. Итак, ребят, у нас интересная находка на фундаменте. Причем фундамент мой, ребята, мой. И Кавказ, Дэн тут нашел вот такую, смотрите. С одной стороны, смотрите, на одной стороне имеется орел, видите, да? Орелик. Переворачиваю, обратите внимание, переворачиваю. И с другой стороны тоже имеется орелик. Крупничок. Это у нас 2 копейки. А Павел 1798 год. И интересно над тем, что это старинная монета. И насколько старинная это Екатерина. Такую монетку нашел. 2 копейки 1860 года. Это Александровская монета, низкопрофильная. И все с одного места. Вот с этого вот места, эпицентра, он их выковыривает. Итак, ребята, всем привет и доброе утро. Вначале вы видели ночной коп, я делал без вступления, без приветствия. Это копейка серебром 1842 года. Какая в этом году, Михалыч, уже по счету? Пятая. Блин. Я отстаю от Михалыча, у меня всего 3. Охереть, блядь. Да. Бумага целая. Чешь у нас душ. Ребят, смотрите, какая штука. Слушай, это, наверное, это. Карта, номер, декабрь, число душ 7. По одному. Май. Может, мы на своих душ что-то брали. Помнишь, это мертвые души тут, блядь. Души есть, охуенно. Значит, этого, блядь, имели. Прикольно, прикольно. У вас царь? Ну, у пацанов царь, а у меня серебро. Серебряное 10 копеек. Год, по-моему, 24. Не знаю, видите, нет. Но это серебро. Советская серебрушка. До этого была двушка 37-го. Вот, пацаны здесь поковырялись, ушли. На тот, на царский фундамент. Там только цари. Цари, цари, цари. Вот, а мы с Кингом здесь. Михалыч. Царя! Ай? Царя! Да пошли вы! Так что Михалыч там один. Тоже ищет что-то. Новый фундамент. Мы как-то вот так вот. Ладно. Царя, что ли? Да, да вы еще лопат не воткнули. В смысле, блядь? В прямом смысле, блядь. Ну да, сигнал. Сигнал хороший, а вы копа. Найдите его. Копеечка? Да. Ладно, вот красавцы. Сейчас приду за царя. За царя отечества. Итак, ребят, только что я 10 копеек вам показывал. И пацаны оставили. Вон он, вижу. Для меня оставили монетку, чтобы я снял. Я первый, кто ее взял в руки. Да, действительно, это царская монета. 1 копейка. Год. Серплюнь.
Ну сам уж давай. Да я не брезгаю, что-то клюнул бы, клюнул бы, мне по барабану. Так, 1000. Николаевск, что ли? Да, Николай. Да хрен знает, не видно. Через камеру не видно? Не, никак не видно. 1900. 900 какой-то. Ну ты чё, блин? 1900 какой-то. Кто? Че? Илюхин. Я. Илюха копает, значит, его. А вы, блин, тунеядцы, блин. Только что один, мы что копаем. Один на уму, что второй. Нам тунеядцы. Не фартит, с приборами. А Илюха копает. Ёшкин кот. Значит, все монеты его. А да, вы блин. Так чисто, блин, за нарекаем, поддержание компании. Нарекаем тебя, крот. Крот, Илюха, крот. Так, ладно. За царя. Отечество, да? Да. Бах! И бах! Тебя. Давай, бах. Где там? За царя. Ну, ребят, смотрите. Термос горячего чая и термос холодного чая. Минералки. Минералки, да, ребят. Это не пропаганда. Это чисто-чисто это. За земляного деда. Ярик! Давай пиво! Пиво! Ребята, у нас сейчас традиция завелась. На сегодняшнем шурфе. Совет, ребята, за советы. 28-й год, ребята, двушка. За советы мы пьем, ребята, пивасик. Кто нашел, тот первый открывает. А потом по кругу. Так что, ребята, еще одна советская монета. Ждем царей, да? Ждем царей! Итак, пацаны, здесь консилиум создался. Пи! И вот смотрите, что мне тянут. Ну, да не то. Это только что моя за монету, за советскую. Это вот, нет, это запивать. Это за советскую. Какую? У меня термос там есть. Вот, а это, ребята, за ту монету, которую я поднял только что. Мы ее терли. Я говорю, что это Тетерев. Нет. А Серега говорит, не Тетерев. 13-й год Тетерев. Да, 1813 год. Ну я, блин, пацаны, смотрите, ну, блин, Тетерев, ёшкин кот. Темно, конечно, Саша, мы еще. 10-го года бывает. В 1810 году появились сразу три типа монеты номиналом 2 копейки, на которой рисунок орла заметно отличался друг от друга. Эти три типа получили у коллекционеров российских монет свои жаргонные названия – пчелка, глухарь и капуста. Ну, ребят, ну не знаю, специалисты, напишите, пожалуйста. Я предполагаю, что это Тетерев. Сейчас темно, не видно. Не иди мозга. Ладно, ребята, за царя. Да куда вы столько? Ребят, я по сигналу Ваниша уже узнаю, что хороший сигнал. Смотрите, какой красивый. Михалыч, ищи. Ой-ой-ой. Да вот он. Где? Ой-о-о-о, пацаны, крупняк. Чё там, где у нас? Где у нас там? Чё там? Царя? Нет, Николай. Больно ровные. Чё-то интересно, что-то, да. Ребята, интересно что-то. Не обессудьте, я плюнул. Низкопрофиль. Смотрите, какой сохран, пацаны. Двушка низкопрофиль. 1856 год. Смотрите. Просто огонь вообще. Да. Вообще ништяк. Для низкопрофильный такой. Смотрите какой. Ой-ой-ой. Хорош, хорош. Михалыч пришел, капнул пару раз. Ёшкин кот и сразу монета. Я уже, наверное, до конца сегодняшнего копа не доживу. Пацаны, а Михалыч у нас же в бригаде, правильно? Правильно, Михалыч, в нашей бригаде же, блин. Ну, придется что опять? Царя. Да, за царя, ребята, за царя отечества, да, Кингу? За царя отечества, да, мой мальчик, за царя отечества. Наливай. Нет. Итак, ребят, находка. Я не хотел ее снимать, но пацаны просто настаивали. Настаивали тем, что это, ребят, целый наперсток. Монета монетой, а наперсток это индивидуальная вещь, которыми штопали в свое время носочки, шили. Блин, ну, в общем, он целый, классный.
Вот, и пацаны настаивали, чтобы я его заснял. Некоторые... Серый, как ты сказал, Серый, некоторые мечтают о такой находке, да, Серый? Конечно, такой реальный артефакт. Реальный артефакт. Вот вам, ребят, реальный артефакт. Простите меня, пожалуйста. Сереж, ты че, ёшкин кот? Ребят, Илюха сдался, ушел в лагерь. Серега вон почему-то опрокинулся. Наверное, жопа перевесила. Большая медведица. А, не, гипс перевесил. Че большая говоришь? Большая медведица. Большая медведица? Не знаю. В общем, ребята, наш челлендж оказался тем, что Илюха свалил, Серега свалился. И у меня вот здесь вот... Ребят, где у меня? Где-то вот здесь вот. А, вот на. Две копейки. 24-й год. Зачет. Ну, придется это, Серый. Данил, смотри, какое небо звездное. Да, небо звездное, классное. Продолжаем. Итак, ребят, как обычно. Видите глазки? Кенгуля. Кенгуля. Видите глазки? Все в темноте. Как обычно, мы остались вдвоем. И вот выпало. Крупная. Крупная трешка. 24-й год. Что за сохран? Давайте посмотрим. Сохран, ну, немного затертый. Но крупная, 24-й. До этого двушка была, 24-й. Сейчас трешка. Пойдет, пойдет, пойдет. Вот, пацаны все сдались. Вот, так что, ладно. Итак, ребята, закончилось у нас сегодняшние покопушки. Закончили мы ночной царский шур. Монеты были классные. В основном все медные царские. Ну и встречались 24-го года. 34-й год. Тьфу ты, 34-й. 24-й год трешка была на пассажок. Я челлендж выиграл. Остался, как вы видите, в рядах. Адекватный. Илюха сдался, Серега сдался. И завтра, надеюсь, продолжим шурф. Я закончил шурф из-за того, что у меня вот этот фонарик сдался, сдох. Две ночи он отпахал нормально. Сейчас подключал, заряжал. Вот, так что, ребята, завтра будет продолжение. Возможно, продолжение и этого царского шурфа. Так что приятного вам просмотра. А мне, конечно, баньки. Челлендж выиграл я. Все, всем пока. Итак, доброе утро, ребята. День третий. Все на ногах, кто остался. Вон, Илюшка лечит голову арбузом. Пацаны желудки свои поправляют, только проснулись.